Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Сегодня у нас замечательная погода, и мы выходим на очередные испытания, на очередные проверки наших моделей. И сегодня запускаем нашу пилотажную группу «Русские Витязи». Это уже третья попытка. Сразу скажу, что с первого раза научить летать их не получилось. Были некоторые доработки. Сейчас я покажу, что было сделано. В частности, первый запуск показал недостаточную жесткость поперечного лонжерона. Пришлось добавить еще одну рейку. На этот раз не карбоновой пластиной, а просто деревянную рейку добавили. Ну, благодаря этому в поперечном направлении рама стала гораздо жестче. Второй запуск также выявил, что недостаточная эффективность рулей, недостаточной управляемости у всей этой группы. Для этих целей пришлось добавить управляемые передние оперения на ведущем самолете. Вот, как видите, поставлена сервомашинка. Через корпус модели проклеена трубка, и в ней пропущен карбоновый штырь, на который насажены передние крылышки. Ну и третья доработка. Это задействовали руль направления на замыкающем самолете. Тоже на всякий случай, чтобы хотя бы была возможность подрулить по курсу, если вдруг не будет хватать эффективности остальных рулей. А рули высоты также усилили карбоновыми рейками, чтобы они были пожестче и их не так сильно скручивало в полете. Конечно, все эти доводки добавили веса. В результате пришлось винт заменить на более крупный. Поставил пропеллер 9х5. Ну, будем надеяться, что мотор от Emacs такой пропеллер выдержит. Ну, сейчас пробуем запускать и посмотрим, как будет себя вести пилотажная группа уже со всеми доработками. Конечно, перед взлетом требуется небольшое тренирование, но это как обычно. Так, проверяем управление. Элероны работают, руль высоты тоже. Оба руля. Руль направления тоже отрабатывает. Ну, ИПП, конечно, материал мягкий. Рули сгибаются, но думаю, что управляться все-таки должно нормально. Скорее всего, аккумулятор, потому что ничего, запасная батарейка есть. Развивает. Да, но с эффективностью рулей тоже не очень. По элеронам чувствуется, что не хватает у него. Особенно на правый вираж почему-то, налево более-менее нормально идет. На правый вираж элероны не очень. Вот руль направления, кстати, довольно эффективный. А из пикирования так и не хочет выходить. Вот это интересно, почему так. Все равно почему-то очень плохая реакция по рулю высоты. 3 минуты. Правый вираж только с помощью руля направления. Маленько элероны тоже оттренирую. Но сказать, что легко управляемая вся эта конструкция, я не могу. И у меня такое ощущение, что все-таки, да, вот передний самолет немножко смотрит носом вниз. И, скорее всего, причина того, что вся эта конструкция не хочет набирать высоту и очень плохо реагирует на руль высоты, именно в этом. Недостаточная жесткость самого материала, и сам ЕПП слишком мягкий. И чересчур легко прогибается. Это вот ветром его развернуло. 3 минуты. Ничего. Руль направления, главное, работает очень эффективно, так что можно будет
с его помощью делать какие-то маневры. О, сумел вывести. Именно под тягой, получается, не хватает немножко руля высоты. Видимо, мотор прижимает немножко ведущий самолет. Сейчас, получается, надо сделать каркас и уже на каркас, на жесткий каркас уже садить модели. Да, получается, что каркас надо делать как можно жестче. Да, вон низ, даже видно, что передний самолет... Нос опускает, нос, да, опускает. И поэтому летит. Вот опять вошел в пике. О, да, видно даже. Вот сейчас видели, самолет передний загибается. Ну, ветерок поднялся немножко, начинает подкидывать. Да, не хватает жесткости самому материалу, самому ИПП. Короче говоря, все, кто будет делать подобную конструкцию, обязательно сначала с каркаса. Делайте жесткий каркас, рейки, которые соединяли боковые самолеты с передним и задним, дополнительные вдоль крыльев. Их надо пропускать, получается, до самого фюзеляжа, не только по краешкам клеить, как у меня было сделано. Конструкцию. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Таймер 1, время вышло. Так, ну все, 5 минут отлетали, правда, на двух батарейках. Вторая еще более-менее держится. Пока летается, будем летать. А хотя нет, не будем, батарейка тоже садится. Ну что ж, пойдем тихонечко на посадку. Да что ты такое, а? Не хочет никак выходить из пикирования, и все. Вот, друзья, такие у нас получились испытания пилотажной группы. Сама по себе конструкция летающая, но нужно укреплять и усиливать каркас. Если не обеспечить жесткость, то с управляемостью будут серьезные сложности. Вот как в нашем случае, не хватает жесткости именно самого материала. Ведущий самолет, он изгибается, отклоняется и смотрит практически весь полет носом вниз. Из-за этого эффективности рулей высоты не хватает, особенно на выходе из пикирования, когда он идет вниз на хорошей скорости. Вывести его бывает очень сложно. Тем не менее, конструкция летающая, управляется, не сказать, что очень активно, но тем не менее, для таких вот показательных спокойных полетов ее достаточно. Так что теперь... После уже всех испытаний предстоит еще одна доработка. Будем делать дублирующий каркас. Ниже под моделями еще будет один ромб сделан. Из деревянных реек, потому что карбон хоть и хороший материал, но тоненькие реечки, они все-таки слишком гибкие получаются на таких размерах. Так что каркас будет усилен. И если... Все в порядке, если погода позволит, то до 9 мая мы его еще раз вынесем, испытаем и уже дополним наше сегодняшнее видео. Ну, не позволит погода, значит, придется немножко отложить эту доработку. Но летать пилотажную группу русских «Витязей» мы все равно научим. Это в обязательном порядке. Что, друзья, кому понравилось, как это... конструкция выглядит в воздухе, не забывайте поставить лайки, подписывайтесь на канал, будут доработки, будут политушки, будет много интересного. Ну, я с вами прощаюсь, до новых встреч, до свидания. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи, играем по-взрослому.